Так, друзья, всем привет! Как оформить рассрочку на Озоне? Прежде всего, нам поможет волшебная кнопочка. Вот мы выбрали товар, да, добавили его в корзину. И, соответственно, вот волшебная кнопочка 0% сегодня в Озон в рассрочку. Соответственно, 5447 рублей в месяц и так далее. Нажимаем на нее, друзья. После чего нам необходимо будет зарегистрироваться в Озон банке. Соответственно, нажать вас автоматически приведет на эту страницу. Выбирайте «Подключить рассрочку», вот сюда вот, после чего у вас будет заявка. В данном случае у меня уже вам доступна Озон рассрочка, но было у меня в начале ваша заявка рассматривается, соответственно, так что я уже не помню, какое время у меня было на рассмотрение. Ну, что-то до одного дня, от нескольких часов до одного дня, я уже не помню. А мне выделили лимит, это 90 тысяч рублей, и, соответственно, поехали. Дальше, после чего переходим в корзину и нажимаем на «Перейти к оформлению». А после чего, друзья, вот смотрите, нам надо не пополнить и оплатить, а нам необходимо обратить внимание вот сюда. Использовать для оплаты с лимитом рассрочки. Поставить вот сюда вот галочку, вот сюда вот, и, соответственно, значит, после чего наш экран изменится, у нас будет льготный период до 6 марта. Ну, что хочу вам сказать, я уже оформил две рассрочки. Первая рассрочка, друзья, значит, была, соответственно, у меня оформлена 31 января, тоже почему-то платеж был до 6 марта, причем, друзья, это получается где-то месяц и неделя там, да. Вот у меня еще платеж будет 6 марта. Причем оплатить надо полностью весь заказ. То есть это даже не рассрочка, а это как бы отсрочка. И в моем случае получилось, что на месяц. Следующий товар — это видеокарту. Я покупал уже 5 декабря. И тоже почему-то отсрочка была платежа всего до 6 марта. Точнее, 6 марта. Льготный период до 6 марта, вы должны, у вас на карте, которую вы присоединяете к Озон рассрочке, должна быть полная сумма. Если ее не хватает, что будет? Смотрите тогда, что будет после 6 марта. Нажимаем сюда и видим, друзья, что здесь у нас вместо рассрочки будет потребительский кредит. Соответственно, будет на 6 месяцев разбиты платежи по 5347 рублей, и переплата составит 4464 рублей 81 копейка. Я считал, значит, проценты в другом случае, короче, у меня получилось 13,6% за 6 месяцев переплаты, то есть 27% годовых, что, в общем-то, равняется обычному, естественному, значит, потребительскому кредиту, значит, любому, который вы будете оформлять. Вот, так что успейте заплатить отсрочку, или, как они говорят, рассрочку, но вот полностью сумму заплатить, в данном случае, в моем, это 6 месяцев, ой, прошу прощения, 1 месяц где-то и несколько дней, да. И, кстати, друзья, что касается, что будет после 6 марта, если будете оформлять, я не знаю. Я сделал еще один ролик, пока что у меня это было от месяца и несколько дней, но не знаю, если бы я, допустим, оформлял, да, где-то в январе, может быть, у меня тоже было до 6 марта, да, может, есть какая-то дата, да, после которой 2 месяца, да, дается рассрочка, скажем, 7 марта, и следующий надо будет платить там 7 мая, да, вот. Но это не точно, я пока не знаю. Вот. Что касается Яндекс.Маркета, если сравнивать рассрочку, то там намного лучше предложения. Допустим, даются сразу же рассрочка в Яндекс.Маркете на 2 месяца. Ничего не надо оформлять там. 2 месяца рассрочка, платеж каждые 2 недели. Вот. Без переплаты и так далее и тому подобное. Это выгоднее, на мой взгляд, предложение, чем на Озоне. По крайней мере, в моем случае было именно так. И, соответственно, значит, также на Яндекс.Маркете есть, это не реклама, кстати, рассрочка и на полгода, на 6 месяцев, но в Яндекс.Маркете надо будет подключить пароль, ну, короче, аккаунт от госуслуг. Вот так вот, друзья, не знаю еще, что сказать, что добавить. Я лично предпочитаю рассрочку на Яндекс.Маркете. Всего доброго, всем пока.